клиенту. Подруга моя летела в самолете с Волочковой, наснимала там кучу видео, сегодня проснулась знаменитой. Молодец. Но вопрос не в этом. Там сидит пол салона без масок, ребят. Вот серьезно говорю, я не находилась в этом самолете, я не знаю. Но вот эта вот показательная порка, она для чего? Ну, как бы, ну, Настя, понятно, она там одиозная личность, и кто-то ее любит, кто-то ненавидит, и она всегда вокруг скандалов, это все понятно там. Это ее история, я в это не лезу, не могу сказать, что ей сильно симпатизирую, она какой-то мне там близкий человек, нет. Она просто вот это вот устраивает 33 человека с камерами подлететь. Я не говорю, что нарушать правила – это хорошо. Но просто мне всегда вот удивительно была история с масками в самолете. Смотрите, во-первых, ты сдаешь ПЦР. Ну, окей, ладно, ты сдаешь ПЦР, это все понятно, там можно в аэропорту подхватить, хорошо. Но в момент в самолете, когда ты ешь, ты снимаешь маску, или когда ты пьешь. То есть в этот момент что, корона улетает куда-то, она улетучивается, пока они говорят, точно, сейчас же Волочкова будет есть. Все, мы, значит, корона такая сматывается, потом возвращается обратно. Но меры безопасности не для дураков придуманы, все это понятно. Но нельзя же так, сейчас мы остановим самолет, ребят. Надо было Анастасии морковку в рот взять и жевать весь полет просто от Мальдив до Москвы.